Всем привет! Меня зовут Евгения Поздеева, и в Санкт-Петербургской школе телевидения я преподаю курсы искусства речи и актерского мастерства. Сегодня я вам расскажу, что такое актерская харизма. Высокий авторитет исключительно одаренной личности, которая почти гипнотически способствует на мнение окружающих, именно так описывает интернет, что такое харизма. А вообще харизма переводится с греческого как «подарок». Но не стоит отчаиваться и думать, что этот набор качеств исключительно врожденный, его можно воспитать. Итак, что же входит в харизму? Первое – это эмоциональная чувствительность. То есть человек, которого можно назвать харизматичным, не только заражает окружающих своими эмоциями, но и тонко чувствует, что же чувствуют остальные. При этом очень ловко выстраивает контакт именно на ощущение этого настроя. Второе – это эмоциональный контроль. Харизматичные люди умеют контролировать свои эмоции, поскольку их эмоциональное состояние – это исключительный инструмент, который нужен для достижения определенных целей. Но не стоит думать, что от этого их эмоции перестают быть искренними. Третий пункт – это умение выражать свои мысли. Абсолютно все харизматичные люди – отличные ораторы. Следовательно, умеют воздействовать на окружающих не только эмоциями, но и словом. Итак, что же делать для того, чтобы стать харизматичным актером? Во-первых, для того, чтобы передавать свои чувства и эмоции другим, необходимо научиться испытывать все это самому. Из этого следует первый совет – перестаньте подавлять свои эмоции. Если вас что-то радует, смейтесь от души, а если огорчает, не стоит делать равнодушное лицо. Но для того, чтобы не прослыть эксцентричным человеком, вначале работаете наедине с собой. К примеру, пересмотрите хороший фильм и испытайте эмоции в полном объеме. Задача этого тренинга – научиться быть смелым и верить в свои силы. Если вы будете испытывать эмоции открыто, получать от этого позитив, то это обязательно передастся окружающим. Совет номер два. Помогите себе телом. Для этого чаще занимайте расслабленные позы, улыбайтесь, не сутультесь и не суетитесь. Несмотря на то, что развитие харизмы – это тяжкий труд, помните, что харизматичные люди не являются таковыми 24 часа 7 дней в неделю. Они тоже отдыхают. Верьте в себя, и все у вас будет хорошо. Всем пока!